И еще один, дамы и господа, лайфхак для массажистов и мануальных терапевтов. Дело в том, что я замечал, что многие, когда делают массаж, они очень суетятся. Они бегают, делают кусочек здесь сделали, потом вот тут сделали, потом вот надо бежать, вот тут вот сделали, потом вот так, потом вернулись вот с этой стороны, вот так покрутили, понимаете? И какая-то вот эта суета, она на самом деле выматывает человека. Ну, согласна, да? И он, особенно когда поток клиентов идет один за другим, просто не выдержит. Но и с другой стороны, для самого пациента тоже. Это не очень комфортно, когда вы вот тут поделали, а потом там, ой, там не достаю, сейчас вот обойду. Вот сколько вы времени на это тратите, да? Обошел, раз, вон лопатку с этой стороны. Но неправильно это. Есть приемы, когда можно делать все с одной стороны. И, соответственно, вы бережете свои силы по принципу эргономики, да? Во-вторых, вы бережете время и деньги, потраченные пациентом. И, в-третьих, вот это замечается людьми, которые лежат на столе, что вы от них там оторвались надолго, да? То ли ветерок подул, то ли там еще что-то. Ну, как бы, без внимания оставленный пациент, а я вам говорил, помните, что у него подсознание отключается, и оно мягко, в таком расслабленном полудреме, ощущает то, что вы делаете. Поэтому очень рекомендую, особенно с лицами противоположного пола, ну, то есть, если мужчина делает женщине, либо женщина делает мужчине, как можно реже допускать моменты отрывания полностью всех рук от тела. То есть, даже если вы обходите вокруг тела, надо вам обойти, да, то хотя бы что-то вот покачиваете. Вот вы обошли, да, и начали работать с другой стороны. Или что-то вот делаете, и во время работы вы обходите, берете другой освободившейся рукой масло, наливаете его, сколько нужно, размазываете, видите, то есть я улучшил такой момент, что практически вообще не отрывался от тела человека до окончания времени сеансов. Это вот два плюсика в карму массажиста и для повышения лояльности клиента, чтобы они были к вам привязаны и никуда от вас не делись. Ловите эти моменты, мотайте на ус и записывайтесь к нам на тренинги. Коллегу Алафу Гудвину я вам гарантирую.